часу Миколаєві, чи встигли ви подивитися наше місто? Так, успіли. Знаєте, ми вже четвертий раз, так? Или п'ятий в Миколаєві? П'ятий. І я раніше думав, що Миколаїв такий сірий город. Ми проїхали этот 12 кілометрів, так? Это изрезанное береговое видео, блин, это круто, это очень круто. Расскажите, пожалуйста, про заснование вашего гурта. Как это выникло? Чему саме ця музыка? Почему его порушили? Так. А получилась такая штука в 2013 году. Я стал Миша Горшка, Горшинова. Вот, и где-то через год, то есть, вот я, Игорь ко мне подошел, говорит, слушай, на Рамштайне есть трибют, говорю, есть. А на Бестове, на Арии есть трибют? Есть. Ну ты ж без зубов, говорю, что? Он на короле жут, мне этот трибют, а я понял. Самое главное, харизма, образ и голос. Ну а что говорит? Пои, забу! Кстати! Чого ти тут сидиш? Іди, творіть добро! Чи довго ви тратили свій час для того, щоб вивчити пісні? Наверно, перші 5-6 місяців ми вчили наш перший трек-ліст. Я пам'ятаю, як зараз. Це там десь 5-6 місяців, на 6-й місяць ми дали перший концерт. А сейчас у нас порядка, ребят, порядка 40-45. Около 50 песен в репертуаре сейчас. На сегодняшний день увеличивается каждый раз, то есть мы стоим на месте. Мы пытаемся его ротировать, то есть, чтобы это, скажем так, мы раз приехали в Николаев, мы не можем приехать в Николаев еще там с таким же трек-листом. То есть нужно что-то менять. Людей нужно удивлять. Это априори. Тем более, если ты играешь, ты бьют. Чим ви займались до того, як почали співати? Я конкретно, то есть у меня були групи, я був вокалістом, барабанщиком, то есть, от, Ігор теж у мене була група. Собственно, ми як колеги познайомились, то есть ми виступали. Да, ми виступали. Мой перший концерт, коли я вообще тільки в тусовку влився, це лето 2013 року було. І ми на концерті, то есть в Полтаві, от, собственно, познайомились з Ігорем. Ну так познакомились, поскольку он играл группа и у меня тоже группа, мы тоже играли. А потом буквально там через месяц или два, там что-то пересеклись там на концерте, я пришел как слушатель на их группу. Вот, и перед концертом пообщались, потом после концерта, и по сути это все началось. У каждого тоже были группы, то есть вот как бы с этих ребят, что сейчас вы видите, наверное, самый наилучший я Игоря знал. То есть мы тоже пересекались на разных концертах, фестивалях, то есть вот. И тоже встречались на общих тусовках. Да, то есть у каждого за спиной уже есть какой-то опыт, там, одна, две, три группы, до группы трибюта «Царство Сюда». То есть уже есть опыт. Не у каждого. Да, есть у нас один человек, хоть не молодой, самый. Вот у нас, так вот, Лена Федовая, но все-таки очень хорошая скрипачка, так что... Как вам будто у чоловічому гурті? Ну, не вспоминай уже, все, что делается. Так сказать, я уже привыкла. Сначала, конечно, когда я пришла в группу, немножко был шок, потому что это 4 совершенно разных человека. У каждого свой характер. Первый раз я выступала на фестивале в городе Немир. И получается, вообще, в принципе, я была студентка первого курса, я тут первый раз попадаю на байк-фестиваль. И вижу, что происходит, и я такой культурный шок, да? Мягко говоря, удивилась, потому что я всегда со скрипочкой, с музыкальной школы пошла. А культурная девочка такая, да? Культурная, и тут я вижу, что это все происходит. Но не сбежала, главное. Да, я не сбежала, я как бы привыкла к этому всему. Я даже, так сказать, была вовлечена. Ну, то есть мне это понравилось. Я не могу сказать, что я просто играю на концертах. Мне это нравится. Я как бы этим живу. Помимо того, что я студентка, я еще и, так сказать, вот такое у меня хобби. Мама всегда поддерживала меня во всех начинаниях. И она говорила, если ты хочешь, то иди. Это как бы твоя жизнь. Если тебе это нравится, то пожалуйста. И никогда мне ничего не запрещали. Чи є у вас свої якісь пісні, які ви от співаєте не з гурту, а не, от... Не король і шут, а так, своє. Так, а власні. Є своє, ми в Миколаєві презентували дві наших пісні, поки не тільки дві. Більше, ну просто тоді. Їх більше, але поки не тільки на репетиційній точці. Тобто ми ще їх обрабатуємо, розвучуємо, тобто вже коли ми дійдемо до того, що да, це можна записати і можна виложити людям, це, ну,
будет, скажем так, реклама, синглы, там, альбом. Один из первых городов, куда мы приедем с нашим своим. Это Николаев. Это если знаешь, Николаев для нас и город один из самых любимых, и Феникс, Зайдиня, и люди, которые имеют отношение к Фениксу, да, допустим, организаторы, это, наверное, самая лучшая организация во все наши концерты. Когда ты приезжаешь, ты на что не приезжаешь. Ты уверен, что у тебя все по полочкам разложено, люди знают свою работу. Это очень круто, на самом деле. Часу вы проводите у дома? Интересный вопрос. По-разному. Вот бывает такое, что отыграли концерт в Виннице и месяц нету концерта, да, то есть мы там дома, грубо говоря. Наш месяц, грубо говоря, минимум 2, максимум 4 концерта выездных в месяц. Да. Мы трибьют проект, мы не коммерческий трибьют, то есть мы не зарабатываем именно эти деньги, поэтому у каждого человека вот, есть своя работа. Yeah, 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 yeah